друзья, мы, знаете, иногда смотрим на, вот, на служителей. You know, sometimes when we look at a minister. И особенно здорово, когда очень много молодых людей Бог поднимает. And it's especially good when we see God raising up young people. Реально, очень здорово, насколько Бог мощно поднимает сейчас молодых людей. It's so amazing to watch how mightily God is raising up young people. Но и я прям вижу, это я не знаю, как это объяснить, я вижу, что это дело рук Бога. Сам Бог поднимает сегодня людей. And I don't even know how to fully explain it, but I actually see God's hand in this as He Himself is Библия говорит, что возвышение не от востока, не от запада. The Bible tells us that exaltation is not from the east nor the west. Бог одного поднимает, другого опускает. God raises one, lowers another. И я всегда для себя понимал, если Бог поднимает, нужно искать Его пути. And I always understood that if God is raising up, you need to seek out His ways. Именно искать не человеческий промоушен, а Божий промоушен. To seek out God's not man's promotion, but God's promotion. И это непростой путь. And it's not a simple path. Это нам кажется уже, когда мы видим там на сцене, человек проповедует, помазание, и мы думаем, во, откуда он взялся? For us, when we see that person on stage preaching, we see the anointing, we're like, oh, where did he come from? На самом деле, эти люди берутся из тайного. But these people come from the secret place. В простых местах, где Бог взращивает человека. In the simple places where God grows and develops a person. И это было в моей жизни. And this took place in my life. В моей жизни нет родственников там служителей. I don't have any relatives that are ministers. Я вообще без отца вырос. I actually grew up without a father. И когда я оглядываюсь назад, and when I take a look back, когда я смотрю на путь, которым ведет меня Бог, when I look at the path that God has been leading me through, это очень непросто. It's quite complicated. Это выглядит все так с виду, знаете, хорошо. Everything from the outside looks so good. На самом деле это непростой путь. But in actuality, it's not a simple way. И за этим есть целые процессы, сезоны. And you know, there's seasons and processes that are connected to all this. И знаете, у меня всегда внутри было огромное желание. You know, and inside I always had this great desire. Не просто. Я никогда не преследовал вот, стать служителями, вот, как-то, ну, показывать себя вообще. Ну, честно, у меня мысли эти нет. Honestly, I never had a single thought to become a minister or to attain something. Мое служение всегда рождалось, это как помочь другим людям. My ministry was always born out of how do I help others. Я просто по-другому не мог. Вот, чем больше я время с Богом провожу, тем сильнее понимаю, что надо помогать людям. I couldn't do it any other way because the more time that I spend with God, the more I understand that I need to help others. И мне всегда хотелось как-то помочь. And I always had a desire to help. Иногда этим воспользовались люди против меня. And sometimes people would use this against me. Бог им судья. And, but God is their judge. Но у меня всегда было желание помочь. But I always had a sincere desire to help. Прошло какое-то время. Some time passed by. И Дух Святой сильно проговорил ко мне, что я должен написать об этом книгу. Что я должен написать это. That I need to write all this down. Путь, которым вел меня Бог и ведет меня Бог. The path that God has led and is leading me on. Я никогда не хотел умничать в книге. I never wanted to be a smart aleck in a book. Я просто хотел свой опыт, мышление, переживания, откровения и мои встречи с Богом положить на бумагу. I simply wanted to place my understanding, my comprehension, my encounters with God onto paper in a book. Просто положить. Just to lay it and write it down. Чтобы она осталась. So that it would remain. Для следующего поколения. For the next generation. И удивительным путем, удивительным способом Бог помог это сделать. And God helped out in amazing ways to make this possible. Таким образом вышла книга Predestined. And my book Predestined has been released. Predestined — это не теологическая мысль кальвинизма. Predestined is not the Calvinist theology mindset. Это то мысль, которая звучит о том, что ты рожден для большего. It's the thought that I voice that you are born for greatness. Что Бог прописал все твои дни на этой земле, когда еще ни одного из них не было. That God has already written out every single day of your life on earth before not a single one had yet come to pass. Для меня эта книга больше, чем написанная в тексте. For me, this book is more than just what's written on paper. Я лично это смело говорю. Personally, I can boldly say this. Есть моя цена. There's a price that I paid. Которая была заплачена. That was paid. Для того, чтобы это появилось. In order for this to come to pass. Спустя 16 лет. In the process of 16 years. Поэтому я хотел бы, чтобы это благословило каждого человека. And my desire is for this to bless every single person. Она очень глубокая, она не поверхностная. It's a very deep book. It's not superficial. В ней очень много таких непростых мыслей. Within it I voice some very deep thoughts. Но она потом выводит к практическим шагам.
But it then leads to practical steps. И она раскрывает намного шире панораму, чем видимый мир. And it opens up a much wider panorama than just the visible realm. Поэтому я хотел предложить каждому, если у вас будет желание, ее приобрести. And so I want to encourage you, if you have a desire, you're welcome to purchase it. И также хочу сказать о том, что завтра я буду в 4 часа находиться вот там, в Glossy Room, где весь магазин наш. And I also wanted to let you know that tomorrow, starting at 4 o'clock, I will be in the merch store. Я с удовольствием хотел бы пообщаться с каждым, кто туда придет, и если есть вопросы, поотвечать, и также быть благословением. I would gladly love to meet you, to answer any questions that you may have, to fellowship with you. Я смогу там только час быть. I can only be there for 1 hour. Поэтому 4 часа. So starting at 4. И мы завтра официально как бы открываем магазин для книги. And tomorrow the book will be available for purchase. CD должно прийти буквально на нескольких днях. Из-за Нового года у нас были некие задержки. The album is on its way. Because of the new year, there was a little bit of a difficulty in shipping. И также хочу сказать, что там в магазине есть очень много хорошей другой продукции. Есть книга пастора Влада «Break Free». I also wanted to say that there's a lot of other products that are available for sale, including Pastor Vlad's book «Break Free». Я прям поощряю приобретать. I want to encourage you to purchase them. Я также знаю, может, пастор Василий, у вас есть книги. Я поощряю, приобретайте. I also want to encourage you, Pastor Vasily is here with books. Приобретайте знания. Obtain that knowledge. Приобретайте опыт людей с Богом. Obtain people's experiences with God. Приобретайте то, что Дух Святой делает сейчас. Obtain what Holy Spirit is doing right now. Это очень здорово. And this is so good. Я всегда молюсь. И прошу у Бога высокий дух и обширный разум. Это моя молитва. Высокий дух и обширный разум. Я хочу видеть шире, глубже, выше, дальше. Это моя страсть. Аллилуйя. Поэтому я поощряю, приобретайте, это хорошая инвестиция. Амин. Я вчера здесь говорил с пастором Сергеем, он из Небратской. Он сказал, 5-я школа подряд, ничего не пропускал. Все было как, просто прямо вот следит, чтобы все было нормально. Пастор Сергей, где ты есть? Pastor Sergey, I was talking to him yesterday. Есть? Иди сюда. Я хочу благословить тебя. I want to bless him. We were actually talking yesterday, and he said, this is the 5th school. I haven't missed anything. I'm following along. Спасибо. Пусть дети читают тоже. Let your kids also read this. Чтобы папе потом такие вопросы задавали. So then daddy could get asked all sorts of questions. Амен. Хорошо, давайте мы откроем 15 главу Матфея. Let's open up to Matthew chapter 15. Дух Святой, помоги нам. Holy Spirit, help us. Помоги нам. Assist us. Я хочу продолжить то, на чем я остановился вчера. I want to continue with what I stopped on last night. И дальше продолжить, потому что следующие вечера нам нужно идти еще глубже. And continue on with it, because the next couple nights we're going to go even deeper. Матфея 15 глава. Matthew 15. Если вы помните, я вчера читал текст о том, что Иисус с собою примирил мир. If you remember last night's scripture that I shared on, is that Jesus reconciled the world unto himself. Are you guys here with me? Иисус с собою примирил мир. Jesus reconciled the world through himself. Есть множество текстов Писания. There's numerous places of scripture. Которые мы читаем в Ефесянам, Колоссянам. That we read in Ephesians and Colossians. Где мы читаем послание Иоанна. Where we read in the Gospel of John. Где Иисус говорит, отныне небо будет отверстым. Where Jesus says that from now on the heavens will be opened. Вы увидите лестницу, он о себе говорит. And as he talks about himself, he says that you will see ангелы восходящие, снисходящие. A staircase of angels ascending and descending. В Ефесянам написано, что Он под главою Христа примирил небесное, соединил небесное и земное. In Ephesians it says that under the head of Christ he has united the heavenly and the earthly. Если бы Он не соединил, if he had not united, мы бы не имели молитву, воля здесь на земле, как на небе. We would not have the prayer, your will here on earth as it is in heaven. Поэтому все соединено во Христе. And so everything is united in Christ. Когда мы читаем в Ефесянам, что Он из обоих сделал одно. When we read in Ephesians that out
of the two he made one. Одного нового человека. One new man. В концепции идет речь об Израиле, о евреях и о церкви. In the concept he's talking about Israel, about the Jews and the church. Потому что там описано обетование. Because there it talks about the covenant. И то, что язычники, мы стали причастны обетованиям Авраама, Исаака, Якова. And that we as Gentiles became a part of the covenant of Abraham, Isaac and Jacob. Он это сделал посредством креста. He did this through the cross. Я в своей жизни увидел, что все соединяется посредством креста. I've seen in my life that everything is united through the cross. Дорогие мои, в семье, my dear ones in the family, мое соединение с женой, my union with my wife, оно не на моих способностях. It's not based on my abilities. Оно примиряется Христом. It is reconciled through Christ. Оно соединяется посредством креста. United through the cross. Когда я умираю для себя, when I die to self, и когда она умирает для себя, and when she dies to self, и когда мы соединяемся в Иисусе, and when we come together in Jesus, на уровне духа, души и тела, at the level of the spirit, soul, and body. Потому Иисус с собою примирил все. And so through himself, Jesus reconciled everything. Примирил небесное и земное. He reconciled the heavenly and the earthly. Примирил мир. He reconciled the world. Из обоих сделал одно. Out of the two, he made one. То есть Бог ненавидит разделение. In other words, God despises division. Вообще ненавидит разделение. He completely despises division. Почему? Why? Потому что все, что он сотворил, because everything that he created, он сотворил это целостностью. He created it in wholeness. Он сотворил это целостностью. He created it in wholeness. Поэтому я вчера об этом учил. And so yesterday I shared on this. Что Адам был целостностью. That Adam was whole. Дух, душа и тело. Spirit, soul, and body. Оно не было разделимо. It was not divided. Там не было обмана. There was no deceit. Потому он не страдал ни страхом. So he didn't suffer from fear. Он не страдал ни депрессией. He didn't suffer from depression. Он не страдал отверженностью. He didn't suffer from rejection. Потому что дьявола не было места. Because the devil had no place. У него не было места. He did not have access. Понимаете, не было места. Understand, he did not have access. Целостная личность. There was a whole. Там нету места дьяволу. There is no place unto the devil. Поэтому он ничего не мог сделать. And so he couldn't do anything. Аллилуйя. Иисус примирил с собою. Jesus reconciled through himself. И он соединил небесное и земное. And he united the heavenly and the earthly. И вот теперь в этой мысли я хочу посмотреть с вами дальше. I want to look along with you as we go further. 15 глава Матфея. Matthew 15. 8 стих. Verse 8. Иисус говорит. Jesus, he says the following. Говорит, приближаются ко мне люди. These people draw near to me. Каким образом они приближаются? How do they draw near? Они приближаются устами своими. They honor me with their lips. Если можно чуть-чуть мне добавить вот сюда в мониторчик, немножечко. Они приближаются к Иисусу. They draw near to Jesus. Устами своими. With their lips. Приближаются ко мне люди. These people draw near. Устами своими. Honor me with their lips. Чтут меня языком. Honoring me with their lips. Что такое чтут? What does it mean to honor? Чтут от слова почитают. To honor is respect. Почитают от слова превозносят. Respect is from the word to exalt. Представьте себе, imagine this, что можно к Богу приближаться языком или устами, near to God with your lips, и даже научиться чтить Его. And even learn how to honor him. И при всем этом, and with all of this, огромная дистанция. There is a giant distance. Он говорит, чтут меня языком, сердце их далеко отстоит от меня. He says they honor me with their lips, but their heart is far from me. Сегодня вот пастор Влад говорил о том, как убрать этот gap. Pastor Vlad today he was talking about how to remove that gap. Эта мысль моя тоже всегда. This is my constant thought as well. Как убрать, если Иисус уже соединил? How do you remove it if Jesus has already united? Почему мы видим вот это вот эту дистанцию? Why is there such a distance? Он говорит, они чтут меня языком. He says that they honor me with their lips. Знаете, я заметил. You know what I've noticed is this. И в своей жизни. Even in my life. И вообще в христианской жизни. And in Christianity in general. Что мы часто, особенно люди, которые выросли в христианских семьях, that oftentimes, especially those who grew up in Christian families, мы настолько привыкли к образу,
We have so grown accustomed to a format христианской жизни, of the Christian life, молитв, prayers, общений, fellowship, разговоров, conversations. Мы выучили вот этот лексикон. We've learned the lexicon. Знаете, мы даже в молитве, давайте помолимся. Even in prayer, you know, when somebody says, let's pray. И когда мы начинаем молиться, praying, что интересно, что мы можем начать молиться уже языком. Мысли еще где-то летают, а ты уже фразы говоришь заученные. Я скажу вам больше. Многие, когда вы молитесь за вашу пищу, you, you food, вы всю пищу языком промолились и мыслями даже туда не окунулись. Tongue, вы даже и не думали. Thought, вы мыслями уже ели эту еду. А уста еще чтили. But your lips were still honoring. А мыслями уже все съели. But your thoughts, you had already finished the meal. Вы знаете, вот мы молимся. You know, when we pray. И вот сейчас мы начнем. Давайте помолимся. And we say, well, let's pray. И мы, Господи, слава Тебе. We say, Lord, thank you. В этот вечер я прославляю. Это утро. Я в этот вечер. It's morning, but you're like, this evening I praise you. Сколько таких заученных фраз? How many of such learned phrases? Мы просто их так вот выпаливаем. We simply just fire them off. И мы называем это молитва. And we call it prayer. Мы называем это молитва. This is what we call prayer. Для нас молитва — это, знаете, количество слов, которые мы начинаем говорить. For us is prayer is the quantity of words that we begin to speak. Но в этой молитве вообще нету целостности. But this prayer has no wholeness in it. Дорогие мои, my dear ones, я не хочу забегать наперед. I don't want to get too far ahead of myself. Я хочу дальше глубоко коснуться этого. I want to deeply actually get into this. Но мы создали образы молитв. But we have created formats or images мы in prayer. Мы даже устами создали формы молитв. Even with our lips, we have created formats in prayer. И в этих молитвах может сердце далеко отстоять. And in these prayers, our hearts can be quite a distance away. Я помню, когда Господь проговорил ко мне. I remember when the Lord spoke into me. Он сказал мне, He said to me, что я слышу не только твои молитвы, that I don't just listen to your prayers. Я слышу твой разговор после молитвы. I listen to your conversation after your prayer. Нам кажется, for us, what we think, что вот молитва, is that prayer, это вот 3-4, мы молимся, is 1-2-3, we're praying. И мы начинаем говорить, and we begin to speak, а потом затем мы помолились, and then we prayed, а вот теперь наш разговор, and now our conversation. Но Бог на это смотрит по-другому, but God looks at it differently. Он смотрит, He looks at it this way. Не расходится ли наша молитва, does our prayer, с нашими словами после молитвы, differ from our conversations after prayer? Бог, я верю, God, I believe, что я уже исцелен. That I'm already healed. Я верю, I believe, что ты уже все сделал. That you have done everything. Выходим, we get out, встречаем друзей, we encounter friends, и начинаем ныть. And we begin to whine, и начинаем говорить, and we begin to talk about, и начинаем говорить то, что не соответствует нашей молитве. And we begin saying things that do not correspond to our prayer. Знаете, с чем это связано? Do you know what this is connected to? Не с устами, not with the lips, а с образом мышления, but with the mindset. Я пытаюсь понять, I'm attempting to understand, как убрать вот эту дистанцию. How to close the gap. Они чтут меня, they honor me, языком. With their lips. Сердце при этом далеко отстоит. But with all this, their heart is quite far from me. Бог, как это сузить? God, how can we narrow this down? А дальше еще страшнее. And he goes on, and it's even scarier still. Дальше. Further мало on. Мало того, что они чтут устами. In addition to honoring with their lips. И устами приближаются к Богу. And with their lips, they draw closer to God. Это зачастую выглядит очень свято со стороны людей. Oftentimes, from the side perspective, это it looks really holy. Это очень бога, как это правильно сказать, благоговейно выглядит в глазах людей. It looks quite godly in people's eyes. Это же делали фарисеи. This is exactly what the Pharisees Они did. Молились долго перед людьми. They would pray for long periods in front of people. Для того, чтобы люди заметили for их. People to notice them. Да, не Бог заметил, люди заметили. Yes, not God noticing, but people чтобы люди noticing, обращали внимание. So that people would turn their attention. Потому когда мы чтим его только устами and своими, so when we honor him only with our lips, мы привлекаем внимание людей. We draw the attention of people. Но когда сердце наше вовлечено, but when our heart is engaged, мы привлекаем внимание небес. Draw the attention of the heavens. И вот он говорит. And he continues on to say. Это Иисус говорит. This is Jesus' words. Что вот эти люди. That these people. Мало того, что они могут, они приближаются языком. Even though they draw close with their lips. Они даже учат учения. They teach doctrines. То есть они учителя. They are teachers. Представьте себе. Imagine this. То есть ты можешь учить людей. In other words, you can teach people.
И сердце твое далеко отстоит. And your heart is quite a distance away. Представьте себе. I want you to imagine this. Я не знаю, меня это пугает. I don't know, for me, this is really scary. Меня это очень пугает. This is really scary for me. Эти люди, these people, тщетно чтут меня учением. In vain do they worship me teaching as doctrines. Запятая. Comma. Потом заповедям. And then the commandments. Не только заповедям. Not just commandments. Но они учат. But they teach. Они учат людей. They teach people. Они научают других. They teach others. И знаете, сегодня очень много учения. You know, today there's a lot of teaching. И сегодня нет проблем с учением. And today there isn't a problem with teaching. Когда Иисус говорил о своем учении. When Jesus spoke about his Он teaching. Он говорил о том, что его слова. He said that his words. Не просто говорят. They aren't just spoken, that his words are spirit, and therefore they bring life. Do you hear this? He says that my words, they're not just phrases. I am wholeness, soul, spirit, and body. And so whatever I say, it's already a result of who I am joined in. And so my words, they're not empty. My words, they are spirit. И сегодня с учением нет проблем. And today we don't have an issue with teaching. Я удивляюсь, как люди готовятся к проповедям. I'm amazed how certain people prepare for sermons. Вы, конечно, меня просите, может, не все способны будут вместить сейчас. Forgive me, maybe not all of you are going to be able to fit this in right now. Но информация нас не изменяет. But information does not change us. Мои, my dear ones. Я сегодня удивляюсь, что люди, I am amazed today вместо by people, того, чтобы соединяться с Духом Святым, instead of uniting with Holy Spirit, они соединяются с Гуглом. They're united with Google. Они берут информацию. They take information. И они хотят чтить Бога устами. And they want to honor God with their lips. Уча людей. Teaching people. Эти фразы очень красивые. And these phrases sound really Эти good. Эти фразы очень классные. These phrases are really done well. Но если это не изменило тебя, but if this has not changed все, что you, ты говоришь, оно не изменит других all людей. All that you're saying will not change anyone else. Никогда. Never. То, что не изменило тебя, what has not changed оно you, не имеет силы изменить других it does людей. Not have the power to change anyone else. Потому есть всегда два пути. And there's always two ways. Всегда есть путь человеческий. There's always the way of man. И всегда есть путь Божий. There's always the way of God. Путь человеческий, он душевный. The way of man is according to the heart. Потому Иисус сказал Петру. And so Jesus, he said to Отойди Peter. От меня, сатана. Get away from me, Satan. Ты мыслишь не о том, что Божье. You're not meditating on the things том, of God. But on the things of man. Слышите, ты мыслишь. I want you to hear this. Ты мыслишь. You're meditating. Не о том, что Божье. Not on what is of God. Ты уже разделился you в себе. You have already been divided. Поэтому все, что разделяется, оно теряет силу. And so everything that is divided, it loses its strength. Эти люди чтут меня учением. They in vain do they worship me teaching as doctrines. Заповедям человеческим. The commandments of men. Представьте. Imagine this. Потом призвал народ, сказал им, слушайте и разумейте. And he called the people to him and said to them, hear and understand. Слушайте. Hear. И разумейте. And understand. Следите внимательно. I want you to be attentive, following Потому along. Что завтра вечером я буду говорить. Because tomorrow night what I'll be sharing. Что везде, где мы не разумеем. Is that everywhere where we lack understanding. Это площадка для дьявола. It's a platform unto the devil. Иисус говорит, Jesus says, теперь слушайте now hear и разумейте. And understand. Когда он имеет дело с разумом, when he is dealing with the mind, он когда с учениками имел процесс их воспитания, when he was going through the process of fostering он имел дело с их разумом. He was dealing with their mind. Иисус очень часто говорит, Jesus, he repeats very often, неужели вы еще не разумеете? Do you still not understand? Неужели вы еще не разумеете? Do you still not understand? Потому что чем больше ты не разумеешь, because the more lack of understanding that тем you больше have, места ты даешь обману, the more place you allow into deceit. Часто я слышу, люди говорят Oftentimes I hear people say, о том, что нам как бы не нужно или глубоко там говорить какие-то вещи или высвобождать премудрость Божью. Я лично верю, что людям верующим I personally believe that believers, нужна премудрость Божья. They need the wisdom И мы of должны God. Научать этому. And we need to be taught this. Не просто поверхностные вещи. Not just superficial things. Библия говорит, что нам нужно укореняться в Нем. The Bible tells us that we must be rooted
in Вы слышите? Быть утверждены и укоренены. To be established and rooted. Потом нам необходимо глубочайшее укоренение. And so for us, that deep rooting is quite necessary. Для того, чтобы нас не было легко просто уклонить. So that it wouldn't be easy to sway us. Amen. Иисус говорит: слушайте и разумейте. Jesus says, hear and understand. Не то, что входит в уста, оскверняет человека. It is not what goes into the mouth that defiles a person. Но то, что выходит из уст, оскверняет человека. But what comes out of the mouth that defiles a person. Тогда ученики его, приступив, сказали ему. Then the disciples came and said to him. Знаешь ли ты, что фарисеи, услышав слово это, соблазнились? Do you know that the Pharisees were offended when they heard this saying? Он же сказал в ответ. He answered. И вот я верю, что Бог будет делать сегодня. And this is what I believe God will be doing tonight. Всякое растение, every plant, которое не Отец мой Небесный насадил, that my Heavenly Father has not planted, искоренится. Will be rooted up. Всякое растение, every plant, о чем Иисус здесь говорит? What is Jesus talking about here? Он говорит об образе мышления. He's talking about the mindset. Твое мышление, оно как почва. Your mindset is like fertile ground. Он имеет дело с разумом. He's dealing with the mind. Фарисеи смотрят на Иисуса необновленным разумом. The Pharisees are looking at Jesus with an unrenewed mind. Они не могут вместить. They're not capable of fitting this in. Они понимают язык. They're understanding the language. Но не понимают наречие. But not understanding the tongue. Они понимают язык. They understand what he's saying. Но не понимают наречие. But they're not actually understanding the. Потому что у них земное наречие. Because they have the earthly understanding. У Иисуса небесное наречие. But Jesus has the heavenly meaning. И Иисус, отвечая, говорит, Jesus answering them, he says, всякое растение, every plant, скажите со мной, всякое растение, I want you to repeat this, every plant, мы даже себе представить не можем, we cannot even comprehend, сколько всякого растения насажено внутри нас, how many various plants have been planted inside of us, которое ничего не имеет с Божьим, that have nothing to do with God, оно больше связано с образом учения, которому мы предаем себя, we're actually more connected to the method of teaching that we have submitted ourselves to, потому что выше он говорит, что они учат, because above this he says that they teach, они научают, they are teaching, других людей, other people, и дальше он говорит, and then he continues on to say, всякое растение, every plant, которое не отцом насажено, that has not been planted by the Father, оно будет искоренено. Will be uprooted. Я считаю, это лучшая молитва. I look at this as the best prayer. Лучшая молитва. The best prayer. Когда я говорю, Бог, when I say, God, все, что в моей жизни, everything in my life, не тобой насажено, that has not been planted by you, искорени это, uproot it, во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Потому что чем меньше это будет искоренено в моей жизни, because the less of uprooting that will take place in my life, тем больше дьявол будет иметь место. The more the devil's going to have a place. Вы слышите? Do you hear this? Мы часто думаем, что дьявол имеет только место с демоническим. Sometimes we think that the devil is only connected with the demonic. Дорогие мои, вот в чем и есть уловка сатаны. My dear ones, this is the actual trap of Satan. Нет, как раз он использует человеческое. No, he specifically uses that of man. Иакова написано, in James it's written, душевные, those of the soul, бесовское, that are, it is demonic, душевные, that of the soul, и бесовское, and that, of, that is demonic. Вот почему Иисус сказал, that's why Jesus said, мне уже автор евреям там говорит, correction, the author to Hebrews, что слово мое живо и действенно, that my word is living and breathing, оно проникает до разделения души и духа, it delves into the division between the soul and the spirit. Что оно делает? What does it do? Оно отделяет душевное от духовного, it divides that of the soul from that of the spirit. Вы слышите? Do you hear this? Обновленный разум на стороне духа, a renewed mind is on the side of the spirit. Поэтому всякое растение, and so every plant, которое не отцом насажено, that has not been planted by the Father, оно искоренится, will be uprooted. И потом он говорит, and then he continues on, оставьте их. Let them alone. Оставьте их. Let them alone. Они слепые вожди. They are blind guides. Слепые вожди слепых. Blind guides
leading the blind. А если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. And if the blind lead the blind, both will fall into a pit. О чем здесь Иисус говорит? What is Jesus even talking about here? Что за язык он использует? What kind of language expression is he using? Что он хочет нам этим показать? What does he want to show us with this? Чем он нас насторожит? What is he drawing us to be on guard about? Первое, что я вижу, the first thing that I see, что слепой is that the blind может вести также людей. Can also lead people. И люди верят. And people believe. Смотрите, люди верят. I want you to look at this. People believe. Идут. And they follow. Верят. They believe. Вот какую силу имеет учение. This is what kind of power teaching has. Когда Бог хотел изменить мир, when God wanted to change the world, Он не создавал другие планеты. He didn't create any other planets. Он не использовал никакое оружие физическое. He didn't use any sort of physical weaponry. Он послал слово. He sent the word. Вы слышите? Do you hear this? Он послал слово. He sent the word. И какому образу учения мы предаем себя, Библия говорит, тому мы повинуемся. And whatever method of teaching we submit ourselves to, that is what we have been submitted into. Иисус говорит, оставьте их. The Jesus says, leave them alone. Они вожди слепые. They are blind guides. И ведут слепых людей. And they lead the blind. И когда слепой ведет слепого, and when the blind lead the blind, оба упадут в яму. Both will fall into the pit. Знаете, что это обозначает? Do you know what this means? То есть они придут к одному и тому же результату. That they will come to the end result exactly the same. То есть они не могут вывести людей. Meaning they cannot lead people out. Они приведут к тому же результату. They will bring them to the same result. О какой слепоте говорит Иисус? What kind of blindness is Jesus talking about? О чем ты здесь говоришь? What are you talking about? Потому here? Что фарисеи, они были возмущены. Because the Pharisees, they were offended. В Иоанна написано, они говорят, ты что говоришь, что мы слепые? In John, it's written that they even asked, what are you saying that we're blind? Он говорит, что если бы на самом деле вы сказали, что вы слепые, and he responds by saying that if you had actually said that you were blind, то не было греха на вас. Then there would be no sin on you. Но вы слепые, говорите, что вы видите. But you, being blind, say that you see. И в этом обман. And that's where the deceit is. Потому что вы заставляете других верить в это же самое. Because you are forcing these people to believe into the same exact deceit. Мы даже не понимаем, как работает ложь. We don't even fully understand how deceit works. Ложь — это другая сторона истины. Deceit is the other side of truth. Услышьте, драгоценные. I want you to hear this, my dear ones. Когда дьявол посылает тебе мысль, что ты отверженный, when the devil sends you a thought that you are rejected, это свидетельство о том, что ты принятый. This is that means that you are actually received. Когда дьявол говорит, что ты не можешь, when the devil says that you are unable, это как раз обозначает, что ты можешь. This is what it means that you are actually able. Every time, когда он посылает негативную мысль, when he sends a negative thought, противоположно этому, the exact opposite, есть мнение Бога о тебе. Is the meaning of the expression of God about поэтому, you. Когда он говорит, and so when he says, что ты слабый, that you are weak, точно можешь быть уверен, you can be assured, что Бог тебя видит сильным, that God sees you as mighty. Он говорит, они вожди слепых. He says they are blind guides. О какой слепоте говорит Иисус? What kind of blindness does Jesus mean? О чем Иисус здесь говорит, друзья мои? Friends, what is Jesus even talking about here? Я верю, что наше прозрение, I believe that our sight, просвещение, our, the enlightenment, когда мы читаем первое послание Ефесянам, вернее, первую главу Ефесянам, when we read Ephesians 1, 17-18 стих, verse 17, апостол Павел молится и говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Apostle Paul, he prays that the God our Father, Lord Jesus Christ, would give you the understanding into the comprehension of Him. И он говорит, чтобы Он просветил глаза сердца вашего. And he says that He would enlighten the eyes of your hearts. Чтобы вы увидели славное наследие. That you would see the glorious inheritance. И как безмерно могущество Его внутри нас. And how immeasurable is His might within us. Послушайте, драгоценные мои. I want you to hear this. Прозрение. Sight. Это воля Божья. Is the will of God. Библия говорит, the Bible says, что воля Божья, that the will of God, здесь на земле, here on earth, как и на небесах, as it is in heaven. Об Иисусе сказано, about Jesus it's written, что Он свет, сошедший с небес, he is the light having come from heaven, который просвещает всякого человека, that enlightens all men, пришедшего в мир, that come into the world, и фарисеи, которые родились в этом мире, and the Pharisees that were born in this world, они не позволили свету просветить их, they did not allow that light to enlighten them, потому они не способны были вместить волю
волю Божью. And so they were incapable of fitting in the will of God. Слышите? You want you to hear this? Дело в том, что наше видение или наш свет. The thing is that our sight or our light. Это есть воля Бога. Is the will of God. Здесь на земле. Here on earth. Как и на небесах. As it is in heaven. Воля Божья. The will of God. Это наше видение. That is our vision. То есть мы должны видеть себя в согласии с Его волей. Meaning we need to view ourselves in accordance with His will. Вы слышите? Do you hear this? Мы должны видеть себя. We need to see ourselves. Его свете. In His light. Его свет это Его знание, это Его замысел. His light is His knowledge, His plan. И только во свете Его мы видим свет. And only in His light do we see light. И когда мы ходим во свете, подобно Он во свете. And when we walk in the light as He is in the мы light, мы стаем целостностью. We become whole. И мы имеем общение с Ним. And we have fellowship вы with слышите? Him. Do you hear this? Мы имеем общение с we Ним. We have fellowship with Him. Когда я в Его свете. When I am in His light. Не во свете лжи. Not in the light of deceit. Не во свете знания людей обо мне. Not in the light of people's opinions of me. Когда я вижу себя. But when I see myself. Так как видит меня Бог. As God sees me. В этом и есть воля Божья. That is the will of God. Hallelujah. Но Библия говорит, but the Bible says, чтобы нам познавать, что есть воля Божья, in order for us to come to know what is the will of God, нам необходимо не сообразоваться с этим видимым веком. It's necessary for us to not be conformed to this visible world. Потому что он принесет разделение. Because it will bring division. Между тем, что видят мои физические глаза, between what my physical eyes see, и глаза сердца моего, and what the eyes of my heart see, глаза духа моего, the eyes of my spirit. То есть здесь происходит именно это разделение. Here is where this division specifically takes place. Душевного и духовного. That of the soul and that of the spirit. Физические глаза. Physical eyes. Видят эту реальность. They see this reality. Духовные глаза. Spiritual eyes. Видят его реальность. They see his reality. Чьим словам поверишь ты? Whose words will you believe? Что диктует в твою жизнь? What dictates in your life? То и разделяет тебя или соединяет тебя. Divides you. Or conjoins you. И вот интересно, что апостол Павел объясняя, and it's interesting that Apostle Paul, as he explains, как нам видеть волю Божью, how we can see the will of God, которая благая, that is good, угодная, pleasing, и совершенная, and perfect. Если мы не увидим себя глазами if Бога, we will not see ourselves through the eyes of God, мы волю Божью будем добавлять свое. We're going to add our own into the will of God. О, мы размешали столько воли Божьей. Oh, we have mixed in so much into the will of God. Мы столько добавили своих доктрин. We have added so much of our own doctrines. Столько своих знаний, своего богословия, и проблема в том, что мы смешиваем. Поэтому апостол Павел говорит, чтобы не сообразоваться с этим веком, and so Apostle Paul, he says, do not be conformed to this world, но преобразиться обновлением ума, but be transformed by the renewal of your духа mind, ума, the spirit of the mind, для того, чтобы познавать, что есть воля Божья, in order to come to know what is the will of God, чтобы я мог, so that I am становиться целостностью, to become whole. Смотрите, как я вижу просвещение. This is how I see enlightenment. Как Божье слово, не только я, как Божье слово говорит. It's not just me, but what the word of God says about it. Ефесянам 2 глава. Ephesians chapter 2. Я даже вчера говорил. Even yesterday I shared. Самое сложное приобрести в человеке это его душу. The most complicated thing to obtain in a person is their soul. Потому что его дух уже искуплен. Because his spirit has already been redeemed. Война идет за душу. The battle is now waged against for the душа soul. Это образ мышления. The soul is your mindset. Достигнуть твоего образа мышления это не просто. To obtain and get to your mindset, it's not that easy. Легче достигнуть твою душу. It's easier to get to your soul. Но достигнуть твой образ мышления. But to get to your mindset. За это идет огромная борьба. There's a huge war that's being waged for this. И вот апостол Павел говорит. And Apostle Paul, he says, и вас, мертвых, по преступлениям, грехам вашим, and you were dead in the trespasses and sins, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, in which you once walked following the course of this world, по воле князя, то есть есть воля князя, господствующего в воздухе, following the prince of the power of the air, духа, действующего ныне в
сынах противления. The spirit that is now at work in the sons of disobedience. Между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Among whom we all once lived in the passions of our flesh. Исполняя желания плоти и помыслов. Carrying out the desires of the body and the mind. Жили по плоти. We were living by the flesh. То есть, живя по плоти. Meaning living by the flesh. Мы не задумываемся. We don't stop to think. Что князь может господствовать в нашей жизни. That the prince could rule over our lives. Живя по плоти. Living according to the flesh. Живя в душевных интересах. Living according to the interests of the soul. И я скажу вам, что это не всегда плохие греховные вещи. And I want to say this, that it's not always это bad плотские sinful things. Вещи. They're just fleshly. Живя по плоти. Living according to the flesh. Он из-за того, что вы жили по плоти. He says, because you lived according to the flesh. Князь между небом и землей. The prince between heaven and earth. Имел господство над вами. Had lordship over you. Это духовное господство. This is a spiritual lordship. Его невозможно пощупать. It's impossible to touch. Потому что оно влияет на образ мышления. Because it influences your mindset. Вы понимаете? Do you understand? Дело в том, что господство из воздуха. The thing is that the lordship from the air. Оно влияет на твой образ мышления. It impacts your way of thinking. Смотрите, человек. I want you to look at this. A person. Вот Библия говорит, что Бог сотворил землю. The Bible tells us that God created the earth. Потом есть поднебесье. And then there's the under heavens. И есть небеса. And then there's the heavens. Царство Божье. The kingdom of God. Смотрите, человек. I want you to look at this. Физически находится на земле. A person is physically on earth. Сейчас увидите, духом посажен на небеса. And you're going to see that he's seated in the spirit in the heavens. Но его образ мышления. But his mindset. Где идет вся война. Where the whole battle is waged. Слышите, между небом и землею. Between heaven and earth. И соединяет все. And everything is united. И отсоединяет все. And is divided. Образ мышления. By the mindset. Иисус, апостол Павел говорит, Apostle Paul, he says, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. Among whom we all once lived in the passion of our flesh, carrying out the desires of the body and the были mind. Были по природе чадами гнева, как прочие. And were by nature children of wrath, like the rest of mankind. Бог, but, богатый. But God being rich. Я не знаю, какой у вас Бог, у меня Бог богатый. I don't know what kind of God you have. My God is rich. Вообще, знаете, я бы хотел бы остановиться даже тут и целый вечер поговорить. I actually would really love to stop here and talk about this all night long. Я две мысли скажу. There's two thoughts I just want to share. Бог есть совершенная личность. God is a perfect being. Все, что творит Бог, оно совершенно. Everything that God does is perfect. Оно не имеет ниже уровня. It does not have any lower вообще. Level at all. И сделал нас новым человеком совершенным. And he has made us a new man as perfect. Вчера объяснял. Он научает нас приходить в это совершенство. He teaches us to enter into this perfection. Вся природа Бога. All of the nature of God. Вся природа Бога. The whole nature of God. Не имеет ни процента нищеты. Does not have a single percent of poverty. Это вне его природы. It is outside of his very nature. Это вне его генезиса. It is outside of his dynasty. Вообще. Completely. Он не является источником никакой нищеты. He is not the source of any kind of poverty. Кроме нищеты духа. Except for the poor of spirit, которая приводит нас к Царству Божьему. That brings us into the kingdom of God. Кстати, дайте что-то скажу быстро. Let me actually add something on really quickly. Блаженные нищие духом. Blessed are the poor in spirit. Ибо их есть не пятидесятническое движение. For theirs is not the Pentecostal movement. Не харизматическое движение. Not the charismatic movement. Не баптистское движение. Not the Baptist movement. Все, кто реально голодны по Богу. Everyone who is truly hungry after God. Даже если они очутятся там. Even if they find themselves there. И они будут продолжать быть голодными. And they're going to continue being hungry. Они будут проходить все этапы. They're going to walk through every level. И дойдут, знаете куда? And you know where they're going to go? И упрутся в Царство Божье. They're going to make it into the kingdom of God. Потому что выше, чем Царство Божьего, ничего больше нету. Because there is nothing higher than the kingdom of God. Вторая мысль. The other thought. Иисус сказал, Jesus said, чтобы внутри нас so that within us, было не пятидесятское учение, there wouldn't be a Pentecostal не харизматическое teaching, учение, not the charismatic teaching, но внутри вас but that inside of Царство you Божье. Would be the kingdom of God. Я сейчас не против, вы поймите меня правильно. I want you to understand me correctly. I'm not against anybody, my dear пастыри, служители, pastors, ministers, всех союзов. Of every single union. Я просто про другое. Ну, и про это, и про другое. This and others. Блаженные нищие духом. Blessed are the poor in spirit. Они упрутся в Царство Божье. They're going to make it into the kingdom of God. Иисус говорит, Jesus says, оно впереди вас. It's in front of you. Оно внутри вас. It is inside of you. Вы слышите? To hear this.
Ищите прежде всего Царство Божьего. А как же Бог? But what about God? Никогда не может его царство быть вне его. His kingdom can never be divided from him. И он никогда вне своего царства. And he is never outside of his kingdom. Поэтому и называется Царство Божье. That's why it's called the kingdom of God. Ты не можешь искать его царство и не встретиться с царем. You cannot seek after his kingdom and not encounter the king. И невозможно встретиться с царем и не увидеть его царство. And it's impossible to meet the king and not encounter his kingdom. Но завтра вы услышите, что немногие хотят, чтобы он был именно царь их жизни. But tomorrow what you're going to hear is that not many desire for him to be king over their life. Они больше хотят, чтобы он был целитель их. They want him to more be their healer. Чтобы он был больше их спаситель. That he would be more of their savior. Но не Господь. And not their Lord. И вот интересно. And it's interesting. Я хотел о богатом Боге поговорить, но об этом пастор Влад сейчас учит, я так понял. У вас там, да? To be rich. Да, I actually wanted to послушайте talk about эти проповеди. Our rich God, but I believe Pastor Vlad is currently in a series in our church. Моя мысль, is this, что мы из-за того, что не понимаем Бога до конца, that because we lack the full comprehension and understanding я вчера of God, говорил, and yesterday I shared, что мы наши несовершенные поступки оправдываем. That we justify our imperfect actions. Мы когда делаем какие-то неправильные вещи, when we do something incorrect, мы начинаем исповедовать, что мы несовершенны. We begin confessing that we are в этом imperfect, есть ложь. And that's the lie. Потому что Он сделал нас совершенными в Иисусе. Because he has made us perfect in Jesus. Вместо того, чтобы наши в душе, в теле несовершенства вытягивать в меру полного возраста Христова, мужа совершенного. Instead of in the realm of our soul and our flesh, pulling up our man into that mature perfection, мы начинаем оправдывать наши ошибки. We begin justifying our mistakes. И точно так наш подход к Богу. And that's exactly our approach to God. Дорогие мои, my dear ones, Он все делает совершенным. He does everything perfectly. Потому что ниже этого в Нем не существует. Because anything less than that does not exist in Him. Потому все, что мы делаем для Бога, so everything that we do unto God, оно не должно быть так, как для людей. It shouldn't be as unto people. Оно не должно быть как для твоего дома. It shouldn't be as unto your house. Оно не должно быть для, лучше для твоей семьи. It shouldn't be better just for your family. Если ты познаешь, что Он царь твоей жизни, if you have come to know that He is king over your life, ты все используешь, you use everything, чтобы для Него сделать это все в этом виде, в so лучшем виде. Everything is done in the best way possible unto Him. А не как-нибудь. And not just whatever works out. Бог богатый милостью по своей великой любви, but God being rich in mercy because of the great которую love возлюбил нас, with which He loved us, и нас мертвых по преступлениям оживотворился Христом. And even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Я сейчас веду к воле Божьей. I'm bringing us to the will of God. Я веду к просвещению. I'm bringing us to that enlightenment. Почему Иисус сказал о вождях слепых? Why did Jesus talk about blind guides? О какой слепоте Иисус говорит? What kind of blindness is Jesus talking about? Бог богатый милостью, Он со Христом нас воскресил, оживотворил. And raised us up with Him in Christ. Благодатью вы спасены. By grace you have been saved. Воскресил с Ним. And raised us up with Him. И посадил на небесах во Христе Иисусе. And seated us with Him in the heavenly places in Christ Jesus. Все, что во Христе, everything that is in Christ, оно целостно. It is whole. Все, что не во Христе, everything that is outside of Christ, оно раздвоено. It is divided. Поэтому смотрите внимательно. And so I want you to be attentive. Князь, господствующий в воздухе. The ruler that has power over the air. Библия говорит, the Bible says, что Бог Иисусом Христом, that God through Jesus Christ, соединил небесное и земное. United the heavenly and the earthly. С собою соединил мир. Through himself he reconciled the world. Между небесным и земным, between the heavenly and the earthly, есть поднебесье, there's the under heavens, которое влияет на сферу разума. That influences our mind. Потому что душа человека находится между духом и телом. Is between the spirit and the body. Между духом и телом. Between the spirit and the body. Иисус Jesus соединил небесное и земное. United the heavenly and the earthly. В небесном мой дух посажен. In the heavenlies, my spirit has been seated. Мое тело, my body, оно интеграция физического, физической материи. It is the integration into the physical material. Но соединяют мои жизни небесное и земное сфера разума. But what unites the heavenly earthly in my life is the realm of my mind. Обновленный разум. A renewed mind. Или соединяет небесное с земным. Will either unite the heavenly earthly. Или необновленный разум. Or an unrenewed mind. Дает место лжи. Allows a place for falsehoods. Обману в моей жизни. For lies in my life. Поэтому
Библия говорит, что он господствует в воздухе. And so the Bible says that he is the ruler over the air. Он господствует в воздухе. He rules over the air. То есть до воскресения Иисуса Христа. So up to the resurrection of Jesus Christ. Мир поднебесья. The under heavens. И князь, который имел власть. And the ruler that had the authority. Не имеет, а имел. Does not have, потому but что had, перед тем, как Иисус ушел умирать, because before Jesus went off to die, он сказал, отныне князь этого мира будет осужден. He said that from now on the ruler of this world will be judged. И в другом месте он говорит, отныне князь мира этого будет изгнан вон. In another place it says that the ruler of this world will be cast out. Поэтому Библия говорит, что он отнял силы у начальцев и властей, властно подверг их позору. And so the Bible tells us that he took away the power of rulers and principalities and brought them to public shame. Иисус восторжествовал над ними. Jesus exalted himself over them. Watch this. Смотрите с этой мыслью. I want you to follow along. Иисус, когда он воскрес, with Jesus, when he rose, он восторжествовал над ними. He exalted himself over them. Потому что до воскресения, because leading up to the resurrection, мир поднебесья, the under heavens in the world, имел легальное право, had legal rights, и люди, которые жили на земле, and the people that were on earth, они находились под господством князя. They were under the prince, the ruler. Но когда мы умираем со Христом, but when we die with Christ, и Библия говорит, когда мы воскресли с Ним, and the Bible tells us that when we rise with Him, Он нас перевел сразу. He has immediately Он transitioned над ними собою. He exalted Himself over them. И Он садит нас в позицию неба. And He seats us into that position of heaven. Вы слышите, Он поднимает и садит нас в позицию, He lifts us up into that position, над которой больше мир поднебесья не имеет власти. Over which the under heavens no longer have authority. Теперь мы в Иисусе. Now we are in Jesus. Мы имеем власть. We have the authority. Поэтому все Он отдал под ноги. And so He gave everything under the feet. И вопрос, будет ли это под твоими ногами, или будет это над твоей головою, определяет обновленный разум. And the question of whether this will be your footstool or whether it will lord over you is determined by your mindset. Дьявол по сегодняшний день, the devil even till today, он борется с мыслью, he is battling in the mind, что ничего Иисус так и не соединил. That Jesus still didn't unite anything. Все, что люди думают, что Он соединил, everything that people think that He has united, это только спасение вечности. It's only salvation in eternity. Но спасение это не только вечная жизнь. Salvation isn't just eternal life. Он спас нас на уровне духа, души и тела. He has saved us in the realm of the spirit, the soul, and the body. Он принес с собою спасение. He brought through himself salvation. Поэтому Библия говорит, and so the Bible says, что мы посажены в нем, that we are seated in him, на небесах, in the heavenly places. Если бы мы начали об этом молиться, if our prayer would be about this, и просить, чтобы Бог нам дал больше понимания, and we would ask that God would give us a greater comprehension, кто мы в нем, of who we are in him, и в какой позиции я сейчас нахожусь, and what kind of position I am currently placed in. Он говорит, he says, воскресил с ним, raised us up with him, и посадил на небесах, and seated us with him in the heavenly places. Дело в том, что Иисус, когда он сел, the thing is, Jesus, when he sat down, завершив всю работу, had finished all the work, в позицию полной победы, in that position of full victory, скажите со мной, полной победы, I want you to say full victory, он бы никогда бы не воссел, если бы там оставалось место для поражения. He would never have sat down if there was any place left for defeat. Но воссевший Иисус, but Jesus sitting down, засвидетельствовал, it testifies, что князь и дьявол больше не имеют никакой власти, that that prince and the devil no longer has any authority, и победа совершена в целостности, and the victory has been completely won. Там больше нету места дьяволу. There is no place left unto the devil. Но мы так думаем об Иисусе. But we think of this about Jesus. И так никогда не увидели. And have never yet seen. Что в нем? That in him. Мы сели в ту же самую позицию. We have been seated into that same exact position. Завершенной работы. Of that finished work. Полной победы Иисуса. The full victory of Jesus. Которая во Христе Иисусе. That is in Christ Jesus. В моей жизни. In my life. И дальше он говорит, and then he continues on, дабы явить в грядущих веках, so that in the coming ages he might show, преизобильное богатство благодати, the immeasurable riches of his grace. Я не знаю, как вы это видите. I don't know how you see it.
преизобильное, the immeasurable богатство, riches, благодать. Of his grace. Это высвобождено от позиции, которую мы имеем в Иисусе. It is released based on the position that we have in Jesus. Позиция, в которой я нахожусь. The position that I am in. Она имеет обильное. It has the immeasurable богатство, riches, благодати. Of his grace. И чем больше я обкраден вот здесь, and the more I have been robbed up here, тем сильнее эта благодать недоступна ко мне. The more, the less accessible is this grace unto me. Как же мне стать? How do I get to источником этой благодати? Being that source of grace. Как же мне стать? How can I become целостностью личностью? That whole being. Вы слышите? I want you to hear this. Как мне стать? How can I become? Преизобильное богатство. The immeasurable riches. Благости. Of his grace. Дабы явить в грядущих веках so that in the coming ages he might show преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. The immeasurable riches of his grace and kindness towards us in Christ Jesus. Колоссянам 3 глава в 1 стихе он говорит. Colossians 3:1 he says the following. Итак, если вы воскресли со Христом, if then you have been raised with Christ, то начинайте искать, ищите горнего. Seek the things that are above. Если мы воскресли, здесь key moment, здесь настолько важные взаимосвязь ключи, которые соединяют нас. This is the key moment, that key thing that unites us. За которой идет огромная борьба. What the battle is actually being waged for. Чтобы это не стало частью нашей жизни. So that this would not become a part of our life. Ищите горнего. Seek the things that are above. Где Христос сидит одесную Бога. Where Christ is seated at the right hand of God. Апостол Павел говорит, о горнем помышляйте. Apostle Paul, he says, set your mind on the things that are above. О горнем помышляйте. Set your mind on the things that are above. Потому что там, где будут ваши мысли, because where your thoughts are, там будут выражения ваших слов. That's going to be the expression of your words. Вы слышите? Говорит, о горнем помышляйте. He says, think, meditate on the things above. Потому что ваши мысли будут рождать ваши слова. Because your thoughts will give birth to your words. Чтобы мы в словах не чтили Бога. So that with our words we wouldn't just honor God. И при этом сердце далеко отстоит от Него. And with all of this our hearts be quite a distance away from Him. О горнем помышляйте. Set your mind on the things that are above. А не о земном. Not on things that are on earth. А теперь я скажу то, что может трудно будет понять. And now I want to say something that may be hard to understand. Oh, help us, Holy Spirit. Ибо мы умерли. For you have died. И жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. And your life is hidden with Christ in God. Это когда мы умерли. It's when we die. Дальше написано, когда же явится Христос. And then he continues on, when Christ appears. Watch this. Жизнь ваша. Who is your life? Тогда и вы явитесь с ними во славе. Then you also will appear with him in glory. Многие думают, что эта речь идет уже о пришествии Иисуса Христа. Many think that this is talking about the coming of Jesus Christ. No. Читайте внимательно, изучайте слово. I want you to be attentive and actually study the word. Дело в том, что Иисус сказал. The thing is that Jesus said this. Я ухожу от вас. I am leaving you. Но придет следующий. But the next one will come. Библия говорит, что Христос вас. The Bible says that Christ in you. Христос Духом Святым. Christ through Holy Spirit has entered into us from heaven onto earth. And together with him we have now appeared in glory from that position that we have in Jesus. Hallelujah. Он прославил нас в себе. He has glorified us in himself. Я вчера говорил. Yesterday I shared this. Иисус заслужил эту славу. Jesus, he deserved this glory. А нам подарил ее. And he gifted it to us. Он говорит Отцу. He says to the Father. Чтобы славу, которую мы имеем. So that the glory that we have. Чтобы они имели. That they would have it. Мы в нем. We are in him. Умерли. Died. И когда мы воскресли в нем. And when we arose in him. В эту позицию нас посадил. Into this position is where he seated us. А потом со Христом. And then with Christ. С Духом Святым. With Holy Spirit. Мы теперь сверху вниз. We now from above to имеем below. Имеем доступ. We have access. Не чтобы влиять снизу вверх. Not to influence from below to above. А чтобы влиять сверху вниз. But to influence from above to below. Во славе Божьей. For the glory of God. Hallelujah.
Каждый из нас представляет Дух Святой по-своему. Each of us, we have our own interpretation of Holy Spirit. Каждого из нас свое представление о Духе Святом. Each of us has our own experiences with Holy Spirit. Мы основываемся на текстах Писания. We base ourselves on certain scriptures. И часто, знаете, когда люди думают о Духе Святом, and oftentimes when people think about Holy Spirit, они всегда, они как бы, ну, видят этот голубь. They see that dove. И голубь имеет колоссальное определение нашего отношения с Духом Святым. Нашего отношения. Как мы бережно должны к Нему относиться. Но Дух Святой, Он не только утешитель. Он Дух истины. Мы должны понять, что Дух Божий — это царская династия. Дух Божий — the Spirit of God. Это Дух Владычества. It's a spirit of dominion. Мы представляем Духа Святого. We imagine Holy Spirit. Только в таком тихом веянии. Only in this quiet whisper. Он проявляет себя так. That's how he manifests himself. Он может говорить так. He can speak this way, yes. Он может утешать. He can comfort. Но Дух Святой. But Holy Spirit. Это не такое, знаете, представление образа такого благоговения. It's not just this representation of godliness. Не Божьего столько благоговения, сколько человеческого благоговения. Not even God's godliness, but man's version of godliness. Потому что Дух Святой. Because Holy Spirit. Он не просто, вот я говорю, вот этот голубь. And as I say this, that he's not just that dove. Он отождествляет или отображает некую мысль для нас, используя этот образ. He expresses a certain thought to us using this image. Я повторяюсь, научая нас к отношениям с ним. And I'm repeating myself again, teaching us into a relationship with him. Но представьте, кто такой Бог. But imagine who God is. Кто такой Бог? Who is God? Бог у нас, у каждого религиозный Бог. Each of us has our own religious God. Но Бог, Он царь царей. But God is King of Kings. Он Бог богов. He is Lord of Lords. Он царь, имея свое царство. He is a king who has his own kingdom. Имея свои качества. Has his own qualities. Имея свою династию. Has his own dynasty. Имея свое DNA. He has his very own DNA. Царское DNA. That royal, royal DNA. DNA. That royal DNA. И Дух Святой. And Holy Spirit. На этой земле. On this earth. Не только дуновение. Isn't that quiet whisper? Он Дух истины. He's the Spirit of Truth. Вы слышите? Do you hear this? Он утверждает истину. He confirms all truth. Он и утешает. He comforts. Он и помогает. He also helps. Он и ободряет. He also encourages. Но он ревнует. But he is jealous. Он утверждает истину. He confirms all truth. Он преображает нас. He transforms us. А не мы преображаем его. It's not we who transform him. Я увидел Духа Святого. I've seen, I saw Holy Spirit. Намного шире. As much wider. Чем просто религиозное такое благоговение. Than just this religious version of godliness. Я увидел Дух Святой. I see Holy Spirit. Который Дух Владычества на этой земле. Who is the Spirit of Dominion on this earth. The Spirit of Dominion. Апостол Павел, Apostle Paul, он говорит, he says, что наша целостность, that our wholeness, она определяется образом мышления, is determined by our mindset. О горнем помышляйте, а не о земном. Think on the things above, not on the things of this earth. И вот я молился всегда, Бог, как вот это с ней, как сузить эту дистанцию. And so my continual prayer was, God, how do I close this gap? Как, Боже, жить так? God, how do I live? Чтобы я не был раздвоен. So that I would not be divided. Чтобы я не был раздвоен. That I would not be divided. Потому что человек с двоящимися мыслями не может получить ничего от Бога. Because a person who is double-minded is unable to receive anything from God. И я понял секрет. And I understood the secret. Ищите прежде Царство Божье. Seek first the kingdom of God. Мы до конца не видим это вот в этом контексте. We don't fully comprehend this in this concept. Он нас ввел уже в эту позицию. He has already placed us into this position. Он уже посадил нас в своем царстве. He's already seated us in his kingdom. И теперь он призывает нас искать этого. And now he calls us to seek after this. Потому что чем сильнее ты это ищешь, because the more that you seek after it, тем сильнее ты обновляешься в разуме. The more your mind is renewed. И чем сильнее ты обновляешься в разуме, the more your mind is renewed. Ты не достигаешь то, что ты получил. You're not attaining what you received. Оно становится частью тебя.
тебя. Just becomes a part of you. Он сказал, оно приложится вам. He says it will be given. О горнем помышляйте. Meditate on the things above. Начинайте мыслить. Begin to think. В той позиции, в которой вы находитесь from сейчас. From that position that you are placed in right на now. На небесах. In the heavens. И чем сильнее вы будете об этом мыслить. And the more your mind will be in this. Чем сильнее вы будете этого искать. The more you're going to seek after this. Он говорит, ищите горнего. He says seek after the things that are above. Это те же слова, что сказал Иисус в шестой главе. The exact same thoughts, words that Jesus said in chapter 6. Ищите прежде царство Божьего. Seek first the kingdom of God. Апостол Павел говорит другой фразой. Ищите горнего. Apostle Paul, he uses a different phrase. He says seek after the things that are above. Он говорит, о горнем помышляйте. He said meditate on the things that are above. Знаете, о чем это говорит? You know what this is talking about? Мы должны начать помышлять. We need to begin to meditate. Все, что совершено было Иисусом. On everything that Jesus has done. Все, что дано нам в Иисусе. Everything that is given unto us in Jesus. И чем сильнее я об этом размышляю. And the more I meditate on this. Каким образом? How? Благодать Господа нашего Иисуса Христа. The grace of our Lord Jesus Christ. И любовь Бога Отца. And the love of the Father. И общение со Святым and Духом. And the fellowship with Holy Spirit. Общение со Святым Духом. The fellowship with Holy Spirit. Чем сильнее the more я общаюсь с Духом Святым, I have fellowship with Holy Spirit. Чем сильнее я позволяю Ему the more I allow Him научать меня, to teach me, а не мне научать Его. And not me teach Him. Не я Его подстраиваю под мои обстоятельства. It's not I who align Him with my circumstances. Это Он меня выводит из моих обстоятельств. It is He who leads me out of my circumstances. Дело в том, что чем сильнее я в общении с Духом Святым. The thing is, the more I have fellowship with Holy Spirit. Знаете, люди, я слышал сегодня побольше деталей. You know, I even heard this today, more details. Я хочу сказать простую деталь. I want to share the simplest of details. Очень простая деталь. Very simple one. Чтобы мне общаться. In order for me to fellowship. Вот с пастором Сергеем Шедловским. With Pastor Sergei Shedlovsky. Мне нужно уделять этому время. I need to dedicate time to this. Вот и все. That's it. Я не выстраиваю форму, как я буду с ним говорить. I'm not building a formula of how I'm going to talk to him. Я не выстраиваю формулу, как я буду подбирать мои фразы. I'm not building a formula of what phrases I'm going to choose. Когда я с ним разговариваю, when I'm talking to по-настоящему, him, for real, тогда мои уста then my lips отображают то, о чем я мыслю. Reflect what's in my mind. Когда на самом деле хочу отношений. When I actually desire that relationship. Не формы, а отношений. Not a format, but a relationship. Я понял, что в отношениях присутствует образ мышления. I've understood that in the relationship is your mindset. И я хочу сказать вам, дорогие мои, and I want to say this, my dear что настоящая молитва, that the truest prayer, она не в словах, is not in words, она в образе мышления. It's in your mindset. Я хочу сказать, что вы можете даже молиться Богу, не исповедав ни одного слова. I want to add this, that you can pray to God without professing a single word. И можно исповедать много слов. And you can profess many words, и там не присутствовала молитва. And yet no prayer be there. Мы не можем молитву убрать от взаимоотношений. We cannot remove prayer from relationship. Мы не можем. It is impossible. Молитва. Prayer. Это результат взаимоотношений. Is a result of the relationship. И чем больше я общаюсь с Духом Святым, and the more I fellowship with Holy Spirit, тем сильнее the more Он научает меня, He teaches me, кто я во Христе Иисусе. Of who I am in Jesus. И чем меньше я в общении с Духом Святым, and the less I fellowship with Holy Spirit, тем все другое the more everything научает else меня другому образу. Teaches me a different mindset. Даже человеческое. Even that of man. Когда Библия говорит, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. When the Bible tells us that God will pour out of His Spirit unto all flesh. Roy, may I ask you to come, please? Thank you so much. Когда Библия говорит, что Бог изольет от Духа Своего на всякую плоть. When the Bible tells us that God will pour out of His Spirit unto all flesh.
Он говорит, тогда юноши будут видения видеть. He said, your young men will see visions. Пророчествовать. They will prophesy. Там не говорится вообще о дарах Духа Святого. That place isn't talking about the gifts of the Spirit at all. Вообще. At all. Нет. Not at all. Точно так, как Иисус, сошедший с небес, in the same exact way as Jesus having come from heaven, просвещает всякого человека, пришедшего в мир, enlightens all men who enter into the world, точно так, the same exact way, с Духом Святым, with Holy Spirit, после воскресения, after the resurrection, Он говорит, я посылаю вас, как послал меня Отец. He says, I send you as the Father sent me. Он послал нас в этот мир, He sent us into this world, с этой позиции, from this position, чтобы просвещать этот in мир, order to enlighten чтобы this world. Человека. In order to enlighten man. И когда Библия говорит, что юноши будут пророчествовать, and when the Bible says that your young men will prophesy, и видеть видения, and they will see visions, говорится о том, что они будут говорить на одном наречии с Духом Святым. It's talking about that they will have the same expression as Holy Spirit. Они будут говорить на одном наречии с Духом Святым. They will have the same exact expressions as Holy Spirit. Когда я соединен с Духом Святым, when I am united with Holy Spirit, и чем сильнее Он научает меня, and the more He teaches me, через общение с Ним, through that fellowship with Him, через общение с Его Словом, through the fellowship with His Word. Что Он Дух истины. Because He is Spirit of Truth. Тем сильнее обновляется мой разум. The more my mind is renewed. И я познаю волю Божью. And I come to know the will of God. И я вижу себя в этой воле and Божьей. And I see myself within this will of God. И тогда мое мышление. And then my mindset. Оно выражается моими словами. It's expressed through my words. И тогда мой дух. And then my spirit. И моя душа. And my soul. И мои уста. And my lips. Они говорят одно. They say one thing. Вы слышите? Do you hear this? Тогда мой дух. Then my spirit. Моя духовная позиция. My spiritual position, моя духовная победа, my spiritual victory, через обновленный разум, through that renewed mind, она не раздваивается в словах. It is not double-minded in words. Я начинаю говорить на Божьем наречии. I begin to speak with God's expression. Я начинаю видеть, как видит Он. I begin to see how He sees. Я начинаю говорить, так говорит Он. I begin to speak as He speaks. И когда мы начинаем говорить, and when we begin to speak, с позиции горнего помышления, from that position of setting our minds on the things above, когда мы помышляем о when we meditate on the things above, we speak from the position of the heavens. When we talk about the things of the heavens, when we meditate on the heavenly, we speak based off that heavenly. And this is what it means to prophesy, to see visions. I see as God sees me. And therefore everything that I see, that is what I declare. And what I speak, всякую ложь, it destroys every falsehood, которую дьявол пытается навязать, that the devil is attempting to tie on. Я верю и вижу целое поколение людей, I see a generation of people, соединенные с Духом Святым, who are united with Holy Spirit. Пророчествовать и видеть видения, to prophesy and see visions, это естественный язык неба. It is the natural language of the heavens. Пророчествовать, to prophesy и видеть видения, and to see visions, это называется естественный язык небес. This is the real language of the heavens. И Богу нужны эти люди, and God needs such people, которые явят с ним его славу на этой земле. That will show His glory on да this будет earth. Воля твоя, let your will be done, здесь на земле, here on earth, как и на небе. As it is in heaven. I want you to hear здесь this. Земле, here on earth. As it is in heaven. Вот в чем сила отношений с Духом Святым. This is where the power of a relationship with Holy Spirit. Это моя последняя мысль. And this is the last that I want to share. В чем сила отношений с Духом Святым? The power of a relationship with Holy Spirit. Библия, какому образу учения вы предали себя, тому вы повинуетесь. The Bible tells us that whatever method of teaching you have submitted yourselves to, that is what you become. Дело в том, что в чем послушание? The thing is, what is obedience? Все сюда посмотрите. I want your attention up here. В чем послушание? What is obedience? В чем послушание? What is obedience? Непослушание разделяет нас. Disobedience separates us. Тогда, когда послушание соединяет нас. When obedience unifies us. И вот в чем послушание? And what is obedience? Послушание заключается в том. The key to obedience is in this. Если он Дух Господа
Там, где Дух Господень. Where the Spirit of the Lord is. Он Дух Господень. He is the Spirit of the Lord. Поэтому Он Господь в моей жизни. Therefore, He is Lord over my life. В чем послушание? What is obedience? Через отношения с Духом Святым. Through a relationship with Holy Spirit. Он научает меня. He teaches me. И самое сложное. And the most complicated thing. Это повиноваться. Is to submit. Тому, кем я уже являюсь в Нем. To the one who I already am. То, что Он хочет от меня. And what He desires of me. И то, что Он желает для And меня. What He wants for me. Дух Святой. Holy Spirit. Он научая меня. He teaches me. И когда я слыша Его, соглашаюсь с Ним. And when I hear Him, I agree with Him. Я послушаюсь Ему. I submit and obey Him. О, я знаю, что многим трудовато, как бы это все сейчас сместить. I know for a lot of you this is really hard to fit in. Послушание связано с Его волей. Obedience is connected to His will. Его воля связана с просвещением. His will is connected to enlightenment. С преобразованием, преобразоваться умом. To be transformed in the mind. Чем сильнее я вижу себя как Сын Божий, the more I see myself as a son of God. Многие говорят, я Сын Божий. Many, they say, well, I'm a son of God. Я Сын Божий. I'm a son of God. Но живет как раб. But they live as a slave. То есть то, что я говорю устами, что я Сын Божий, so what my lips are saying that I'm a son of God, это не обозначает, что я соединен как Сын Божий. It doesn't mean that I'm actually united as a son of God. Потому что только Дух Святой приносит усыновление. Because only Holy Spirit brings adoption. И чем сильнее я во взаимоотношении с Ним, тем сильнее усыновление. And the greater, the deeper my relationship is with Him, the deeper the adoption is. Потому то, что я говорю, что я Сын Божий, and so just because I say that I'm the son of God, устами моими, with my lips, это ничего не делает меня Сыном Божьим. It doesn't actually make me a son of God on this earth. В вечности я Сын Божий. In eternity I'm the son of God. Но на этой земле я могу быть обманут. I can be deceived. Поэтому Дух Святой, and so Holy Spirit, прежде всего научает меня, first off, He teaches me, моему статусу. To научает my status. Меня сыновству. Научает He меня. Me. Потому что чем сильнее я становлюсь сыном, the more of a son I become, тем сильнее я теперь несу ответственность the more of a responsibility I now carry исполнять Его волю теперь на этой земле. His will on this earth. Когда я сын, when I am a son, я принял Его волю. I have received His Поэтому, will. Когда я говорю, я имею отношение с Духом Святым, so when I say that I have a relationship with Он научает меня, чтобы я принял волю Божью в моей жизни. Teaches me to receive the will of God over my life. И когда я принял волю моей жизни, and when I have received the will over my life, теперь как Сын Божий я несу ответственность исполнять ее. Now as the Son of God, I carry the responsibility to fulfill it. Он соединил в себе. He has united in Himself. The heavenly and the earthly. Let your kingdom come. Let your will be done. Here on earth. As it is in heaven. How? Through man. Through the body. I want to be whole. Between the heavenly and the earthly. I want to speak with one expression. I want my words to not be separated from my mindset and my mindset to not be separated from the position that I am placed in. And there's a giant battle waged for this. And so the Pharisees, они не позволили Иисусу просветить их. They did not allow Jesus to enlighten them. И поэтому Иисус сказал, that's why Jesus said, что когда слепой that when the blind ведет слепого, lead the blind, оба упадут в яму. Both fall into the pit.
Если ты сам живешь по плоти, if you yourself live according to the flesh, ты ведешь людей по плоти. You're going to lead people according если to the ты flesh. Сам в рабстве, if you yourself are in slavery, ты приведешь людей в рабство. You will bring people into slavery. Если ты сам в незнании, if you yourself have a lack of knowledge, ты приведешь людей в незнание. You will bring people to a lack of knowledge. Но чем сильнее ты просвещен Богом, but the more you are enlightened by God, вы слышите? I want you to hear this. Ты не ведешь их в свои знания. You don't lead them into your knowledge. Ты ведешь то, что даровано им от Бога. You lead them into what has been given to them by God. Я не знаю, как вы. I don't know about you. Я не хочу быть обманут. I don't want to be deceived. Я не хочу, чтобы князь господствовал в моей жизни через мою жизнь по плоти. I don't want the prince to rule through my life because I live according to the flesh. Я не хочу быть обманут. I don't want to remain deceived. Я не хочу быть обманут. I don't want to be deceived. Я не хочу подстраивать свой жизненный опыт. I don't want to align certain life experiences. Я не хочу подстраиваться под мои чувства. I don't want to align myself with my feelings. Я не хочу подстраиваться под обстоятельства. I don't want to align myself with circumstances. Я борюсь с этим. Я признаюсь честно, я борюсь с этим. And I honestly can say this, I battle with this. Потому что сколько людей, столько мнений. Because as many people as there are that many сколько opinions. Сколько мнений, столько мыслей. As many opinions as there are, that's how many сколько thoughts мыслей, there are. Столько образов. As many thoughts there are, that's as many images. Я борюсь с этим. And I struggle. Я не хочу согласиться. I don't want to align. На меньше. For less. Я не хочу согласиться на меньше. I don't want to agree. Я хочу стать интеграцией. I want to become the integration. Между небесным и земным. Between the heavenly and the earthly. И не препятствовать Духу Святому. And not be a hindrance to Holy Spirit. Господствовать через меня. To have lordship through me. И не препятствовать Духу Святому. And not be a hindrance to Holy Spirit. Говорить через меня. To speak through me. И не препятствовать Духу Святому. And not hinder Holy Spirit. Действовать через меня. To act through me. И не препятствовать Духу Святому. And not hinder Holy Spirit. Просвещать через меня. To enlighten through me. Я хочу быть целостностью. I want to be whole. Между духом, душой и телом. Between the spirit, soul, and body. Я хочу провозглашать то, кем я являюсь. I want to declare who I actually am in Christ Jesus. Давайте встанем на наши ноги. Let's stand to our feet. Все творение ожидает откровения. All of creation awaits the revelation. Все творение ожидает откровения Сына Божьего. All of creation awaits the revelation of the sons of God. Наставит нас во всякую истину. He will direct us into all truth. И Он будущее возвестит нам. And He will declare the future to us. Он наставит нас на всякую истину. He will direct us into all truth. Истина заключается в том, что я уже воскрес. The key to truth is that I have already risen with Him. Я уже в Его победе. I am already in His victory. Я живу от Его победы. I live based off Я говорю от Его победы. I speak based я off of His victory. Я мыслю от Его победы. I think based off His victory. Я действую от Его победы. I act based off His victory. Я провозглашаю от Его победы. I declare based off His victory.
просвещаю от Его победы. От Его победы. Я чувствую от Его победы. Я все направляю. Он оставляет меня на истину. Освобождая меня от всякой лжи. Там, где Дух Господень, там свобода. Он освобождает меня от всякой лжи. Он приводит меня, чтобы я как сын открылся на этой земле. Son, I would be revealed on this earth. Сегодня пастор Влад говорил. Today, Pastor Vlad shared. Я повторяюсь. And I'm going to repeat myself. Что когда пришел Иисус? That when Jesus came. Люди не захотели, чтобы Он просветил их. People did not want Him to enlighten them. Чем сильнее просвещение, the greater the enlightenment, тем сильнее изменяется жизнь. The more a life has changed. If Pastor Serge прямо сейчас есть миллион долларов, right now has a million dollars, но он этого не знает. But he doesn't know this. Он, имея, страдает. While having it, he is suffering. Он страдает, потому что он не знает. He is suffering because he lacks knowledge. Его не просветили. He has not been enlightened. То, что он имеет, имеет доступ к этому. Of what he has access to. И может всю жизнь прожить. And he can live all of his life. И на его аккаунте может быть миллион долларов. And on his bank account there could be a million dollars. Но из-за того, что он не просвещен, but because he has not been enlightened, он не использовал это. He has never used this. И из-за того, что он не знает, and because he lacks knowledge, его жизнь страдает. His life is suffering. Но если он узнает, but if he comes to know, и будет иметь к этому доступ, and will have access to it, его жизнь изменится. His life will change. Чем сильнее просвещение, the greater the enlightenment, тем сильнее изменяется жизнь. The more a life is changed, чем сильнее просвещение, the greater the enlightenment, the more our life is changed. Чем уже твое понимание, the narrower your understanding, чем уже твоя жизнь, the narrower your life. Тогда, когда Иисус when Jesus сказал, что я уже принес жизнь, said that I have already brought и жизнь life, с избытком, and the life in abundance. Немногие люди, not many, просят Дух Святой, просвети меня. Ask Holy Spirit to enlighten them. Просвети меня. Enlighten me. Но когда приходит свет, but when light enters, Библия говорит, тьма убегает. The Bible says darkness flees. Поэтому Иисус сказал, and so Jesus said, всякое растение, every plant, которое Бог, Отец мой, не насадил, that my Heavenly Father has not оно будет искоренено. It will be uprooted. Я сегодня хочу молиться вместе today с вами, I want to pray along with you, чтобы пришел свет в нашу so жизнь, that light would enter into our и чтобы всякая тьма, она убегала, and that all darkness would flee, чтобы всякая ложь, она была разоблачена, that all deceit would be revealed. Are you ready for this? Вы готовы? Let's pray in the Holy Ghost. Давайте будем молиться Духом. Everyone, close your eyes. Все, я хочу, чтобы закрыли глаза. And pray in the Holy Spirit. И молитесь Духом. Pray in the Holy Ghost. Молитесь Духом. Not me, everyone, everyone. Не я, но все. Because right now he is interceding. Он прямо сейчас ходатайствует. Right now he is interceding. If you really want the truth, если pray the Holy Ghost. Действительно хотите истины, молитесь Духом. Макатара бобобо шатия рамахан.
вместить это. Maybe I can't fit all this in. Расширь во мне внутри. Expand my inside. Расширь мое понимание внутри. Inside my inner understanding. Расширь вместимость мою внутри меня. Expand your capacity within me. Просите просвещения. Ask for enlightenment. Просите просвещения. Ask for enlightenment. Дух истины. The spirit of truth. Настав меня. Direct me. Дух истины. The spirit of truth. Я жажду тебя. I hunger for you. Дух истины. The spirit of truth. Измени меня. Change me. Дух истины. The spirit of truth. Освободи меня. Set me free. Let all darkness flee. Let there be no place for darkness in our soul, in our body. Let there be no place unto darkness. Let your light enter into every aspect. Enlighten us. Enlighten us. In the name of Jesus. Right before the sermon, I was praying. То, что, and I share this honestly before God. I saw two eyes before me. Two eyes. Они были настолько, эти глаза были такие, знаете, вызывающие жалость. These eyes had were calling out pity unto themselves. Я говорю вам перед небом. And I say this honestly before the heavens. Я видел два глаза. And I saw these eyes. И они вызывали жалость. And they were calling out pity. И когда я их увидел, literally right in front of me, я думал, что это хорошие глаза. I thought they were good eyes. Я не хочу сейчас добавлять, я просто думал, что это глаза. То ли Иисуса, я не знаю, но я увидел на два глаза. I don't я не видел лица. I don't want to add too much, but I thought it was maybe the eyes of Jesus, and I saw these two eyes. Прям наполнены слезами, такой жалостью. And there was no face, and these eyes, they were almost dripping with tears, and there was such pity. Эти глаза стали прям вот вызывать во мне жалость. And these eyes immediately woke up compassion within me. И вдруг я слышу, как мне Дух Святой говорит. Это обманутые глаза. Это не настоящие глаза. Это глаза, которым дьявол хочет, чтобы мы поверили. Вызывая жалость в людях. Вот когда это обманутый взгляд. Это обманутые глаза. Потому что он знает, что он будет разоблачен. Он знает, что он будет разоблачен.
будет разоблачен. He knows that he's going to be exposed. Потому он вызывает жалость. And that's why he calls out pity. Как бы не трогайте меня. It's as if don't touch me. Не трогайте меня. Don't touch me. Нет. No. Он будет разоблачен. He will be exposed. Потому что Иисус пришел разрушить дела дьявола. Because Jesus came to destroy all the works of the devil. Иисус пришел. Jesus came. Чтобы снять маску с дьявола. To remove the devil's mask. Который приходит в виде ангела света. He comes as an angel of light. В виде ангела света. As an angel of light. As an angel of light. И ты думаешь, что это свет? And you think that this is light? Но это тьма. But this is darkness. Обманутая. It has been deceived.